Приветствую всех, меня зовут Павел, и я начинаю прохождение Трёги Фир. Я зарекался не проходить эту игру, потому что не было у меня к ней такого особого интереса. Если было бы интересно, то просто посмотрел, но когда я начал заканчивать проходить Нечто Страх Среди Льда, я стал задумываться о том, что же мне проходить дальше для канала. А так как я человек настроения, как вы знаете, как я не раз говорил, то настроение мне прямо вот так вот щелкнуло и сказало: хочу проходить Фир. Как раз была распродажа в Стиме, я купил первую, вторую часть, третью в Стиме, к сожалению, в Российской Федерации нету, но я как-нибудь решу этот вопрос. Пройду я все три части и постараюсь также пройти все возможные сюжетные дополнения к этой игре, которых первой части, насколько я знаю, два, к остальным пока понятия не имею. Что ж, давайте начинать. Один игрок. Я уже посмотрел, как работает игра, и чуть понастроил управление, которого здесь, по сути, ничего не было. Мне пришлось все вручную настраивать. Даже передвижение на кнопке WASD. Новая игра. Нормальная сложность. Точность вражеского огня и повреждения более высокого уровня рекомендуются для опытных игроков. Точность вражеского огня и повреждения очень высокие рекомендуются для игроков-ветеранов. Ну, как я всегда говорил, разработчики обычно подразумевают, что их игру будет проходить на нормальном уровне сложности, а вот это уже это просто, чтобы схватить челлендж, так сказать, и получить удовольствие. Ситуация. Сигнал тревоги. Миссия. Команда Фир должна узнать и доложить о сложившейся ситуации. Вы были переведены в отряд как главный игрок. Это ваш первый опыт работы в Фир. То есть Фир — это все-таки какая-то некая организация, да? Да, вот там на заднем плане First Encoldment Assault Recon. Интервал 0.1. Начало. Начало координат. Проверьте экран статуса миссии, да, вот то, о чем я говорил, для просмотра текущих целей и отчета о ситуации. 2002 год. Армия США сформировала секретный отряд, предназначенный для уничтожения паранормальной угрозы для национальной безопасности. Отряд назывался First Encounter Silent Recon. Sierra Entertainment представляет Amulet Hope Productions Game. Убей их. Да, субтитрами здесь, конечно, русифицированными будет проблема, что они будут такие мелкие. Но это хоть что-то, ребят, это хоть что-то. Убей их всех. Фир. Уж лучше так, ребят. Зато они более-менее нормальные, даже бы я сказал, очень нормальные. В плане перевода качественного. Грег Боуден, Джен Бон, Сюзанна Бернак, Курт Чессен, Грант Гудвит. Это наш главный герой? Или что? ATC. Ох, нихера себе. Тим Гурен, Том Леса, Марк Уэйд, Питер Лоури, Мелисса Роберт. Вроде. Иксаф, Дэвид Скалли, Андрес Куса, Джим Вард. Ни хрена себе, вы хотите сказать, что он всех их в одиночку перерубил? Охереть. Не понял. Ни хера себе. Какой хер происходит, кто мне объяснит?
Интервал 01. Может, миссия 1? Извините, да, что разбудил вас, сенатор, у нас проблемы. Что произошло? Произошел бунт. Фетель принял командование прототипами, господи. Можем решить это, нужно действовать быстрее. Да-да, позвольте мне сделать пару звонков. Этого безумца зовут Пакстон Феттель, он ключевая фигура. Если мы захватим его, ситуация будет у нас под контролем. У ублюдка появился аппетит. Я думаю, что у него есть план. Это не просто развлечение, он что-то имеет с этого. Важные витамины и питательные вещества. Какая его история? Корпорация Arkham Technology работает по военному контракту, цель которого разработка клонов. Все роботы, конечно, засекречены. Феттель является одним из командиров этих ребят. Ты, наверное, что-то разыгрываешь меня. Вот почему никто не воспринимает нас всерьез. Военные клоны? Их целый батальон хорошо обученных и тяжело вооруженных. Батальон, что же мы сделаем против 1000 суперсолдат? Мы уничтожим Феттеля, если мы сможем загнать ублюдка в угол, там... В общем, прикончим его. Не придется продираться через его солдат, но если мы загоним его в угол, как мы найдем его? Архам установил передатчик у него в голове, он должен привести нас прямо к нему. Это чертовски удобно. Предположим, он выполняет свое предназначение. Как насчет тебя? Готов работать? Да? Ты вводишь его в бой, ты сошел с ума, его перевели всего неделю назад. Ты видел его в деле, его рефлексы не вписываются ни в какие рамки, думаешь, он умеет, думаю, он умеет владеть собой. Слушайте, ребята, теперь ваша очередь. Черт подери, точно не беспокойся, ты будешь в порядке. Пора сматываться. А, что ты вспомнил первым? Нет! Где ты с ним разговаривал? Ты будешь богом среди людей. Мы обнаружили Феттеля покинутого здания перед нами, спутник не обнаружил активности в стороне противника, но не стоит надеяться на удачу. Я Конковский, ты на позиции? Скажи лишь слово. Хорошо, выдвигаемся. Ситуация. Координаты миссии Фи Роти Беттерс обнаружил Пэкстона Феттеля в заброшенном здании города. Карибал 3 показывает присутствие неподалеку солдат реплики. Ват? Миссия. Группа ФИР проникнут к цели с двух сторон и постараются нейтрализовать Феттеля, если верить сказанным технологическим советом Армача. После захвата Феттеля солдаты реплики станут неактивными, покончить с собой не составит труда. Обычная местность поиска Пакстона Феттеля. Очень неудобно читать эти субтитры, они мелкие, плюс они еще сливаются, несколько слов в одно. Вот, собственно, мы и начинаем в таком привычном всем американском переулке. Выстрелили по доскам, чтобы почистить путь. Зачем стрелять, если я могу их вот так вот шибить? Полез, да? Я заметил такую вещь, что иногда при выстреле из пистолета я просто немного пострелял у него врагов, а так он сносит очень большой кусок стены, что в принципе, невозможно, если, конечно, не пистолет, там, не знаю, какой-нибудь не супермощный. Очень неудобно, что здесь есть уклоны, и, следовательно, мне пришлось поставить кнопку взаимодействия на кнопку B или на русскую I. Крыса, мать твою. Нихера себе, крыса, иди сюда. Я ее прикончил? Походу, да, вот то, о чем я говорил. Видите, какой здоровенный кусище вырвало. Есть что-нибудь в мусорном баке? Это у меня уже привычка после амнезии. Амнезии, что я говорю? Пеномбры. Так, календарь, гаечный ключ, фонарик, да-да-да. Help us, спаси нас. Да, ребят, у нас есть ноги. Я не буду рассказывать про эту игру ничего, потому что все уже все про нее знают. Но для того года, то что у нас есть ноги, это круто. Конечно, ноги были еще и в серьезном Сэме в Дюки-Нюкине. Эй, брат, ты что так задержала? Попробуй найти обходной путь. Встретись с Янковским. Это русский, что ли, Янковский? Банки. Так, сюда.
Да, что-то здесь. Доски. Это что такое? Усилитель здоровья пополняет ваше здоровье в больших количествах. О, только взять не могу. Не понял. В смысле? Теперь понял, смежное помещение. Здесь тоже открывается. Странно, что везде открываются двери. Ну, почти везде. Так, здесь заперто. Чик! Я даже не стал орать, потому что я не понял, что это было. Ну, не то, что орать. Ладно, еще. Зачем ты завел меня сюда? Зачем ты привел меня обратно? Блях, вот это уже какой-то хоррор начинается. Стоит, наверное, сказать единственное, что Фир является своего рода классикой, которую я в свое время упустил. Кстати, при когда первый раз загрузил игру и увидел главное меню, я сначала подумал, что я загрузил не ту игру, потому что лично для меня это похоже на Alien vs Predator или что-то в этом духе. Но никак не это такую игру, как Фир. Кстати, пока немного напоминает еще и Half-Life, эта игра. Мазафака, бич. Не прыгать. С крушением неплохое взаимодействие довольно таки. Так, еще не смешная комната. Ящики открывать нельзя. У меня очередная привычка после пенумбы. Какой-то похож на хирургический стол, стреляли на навесной замок, чтобы открыть дверь. Патрон, кстати говоря, 92 патрона. Так, не надо. Вот этого не надо. Персонаж очень быстро передвигается, немного непривычно для меня, но вполне нормально для старых игр. Погоди секунду. Спасибо, Курский. Игра подвисла. Так, режим замедления здесь также имеется, что напоминает о Максе Пейне. Трудились в этом месте. Я там был, у меня пиво пил, полусантику в рот не попало. Но здесь нет никого. Не, серьезно, никого нету. Это не Макс Витель. Джин, ты нужен нам в пути. Похоже, мы опоздали, босс. Просто остатки. Сигнал передатчика поступает откуда-то рядом. Фитя должен быть где-то здесь. Если только не вытащил передатчик, я подожду Джина здесь, а ты посмотри вокруг. Джина или Джина, я не понял. Вообще местность. Продолжает джентльмен. Или что он там сказал? Я же просто импровизировать пытаюсь. Импровизированно переводить эти фразы. Потому что не всегда получается читать их дословно. Как я уже говорил, из-за мелкого шрифта. Но, как я уже и говорил снова, хоть что-то. Будешь проверять место или как? Я проверяю. Понял? С собаком наверху. Ват? Он в стену что-то шел? Чего? Куда Фитиль делся? Пакстон, ты где, сволочь? Я за тобой иду. Конечно, пистолетик мне дали, пуку какую-то.
Хотя она вышибает куски стен, конечно. Что делает ей честь, но все-таки ведь у нас должен быть автомат. А, вот цветы. Солнечные. Я чуть руку мыши не сломал. Мертвеца звали Чарльз Хаббертер, я помню его, но мои это воспоминания. Или ее. Нет никакой разницы. Он заслужил смерть. Они все должны умереть. Действительно, так испугался, что ли? Нет, вроде не сломал. Что происходит? Я потерял сигнал фитиля. Как говорит Бас, надеюсь, мы не слишком там заняты. Бухте возникла непредвиденная ситуация. Что за ситуация? Они могут обнаружить солдат, которых ты искал, но у них есть приказ не вступать в город до тех пор, пока вы, парни, не приведете разведку, ясно. Наша позиция направляется две птички. Очень скоро вы должны вступить с ними визуально. Мы готовы. Визуальный контакт. Вот это реально было первый вздох осознанный, когда я хоть понял, что происходит. Быстрее наш персонаж передвигаться не может. Он может передвигаться медленнее только, ребята. Визуальный контакт с птичками. Ну хорошо. Ее? Кого он имел в виду? Я не знаю. Кстати, как нас зовут-то? Нашего персонажа. Что ты думаешь, оно... Жертушка видел? Парни, вы уже почти закончили наш день, еще только начался. Вы, парни, уходите, я покажу. А я побуду здесь немного, Джин все-таки девушка. Вспоминаем. Дыши! Подтолкните ее. Я пробовал забыть. Я сильно пытался забыть. Люди из сферы уже специально прикреплены к вашему подразделению на время операции. Задача оценивать степень угрозы вашей работы, прикрывать их. Помните, что вы с плохими парнями никогда не выговариваемся, стреляем на поражение. Мы. Группа 1 будет двигаться с юго-запада, группа 2 пойдет с севера, которых мы завершим разведку, мы встретимся, будем ожидать дальнейших приказаний. Ладно, в путь. Так в путь. Интервал 2. Миссия 2, скорее всего. Инициатива. Первая встреча. Ситуация. Фитилю удалось идти команда ФИР в Оборне, а позже его сигнал совсем исчез. На месте было обнаружено тело неизвестного человека. Спутника не было. 30 сфотографировал группу реплики у чистительного завода на Южной реке. Миссия. Группа ФИР должна присоединиться к солдатам свода Д. Разведать обстановку на наличие военного присутствия. Огонь открывает только в случае атаки. Технический офицер ФИР Джин Сун Квон остался в Оборне для проведения технической экспертизы. Используйте цель, масштаб, мышь, кнопка 1, чтобы лучше прицелиться из оружия. Оптическое оружие увеличит цель при наведении. Народ, это наша остановка. Посвящение. Пошли, проучим этих подонков. Вот, вот это я уже понимаю. Вас говорят птичкам, мы на земле. Вас понял, будьте начеку. Так, действуем по тактике. Я послал бы одного из моих парней, думаю, для этого потребуется специалист. Найти панель управления воротами и открыть их. Нашел уже панель управления воротами. Я только ушел, парни. О чем вообще? Панель управления воротами. Да, у нас нет целого дня. Ты хоть бы помог, где эта панель находится. Ну, наверное, где-то здесь.
Так, что у нас вообще за оружие? Пистолет, автомат, и гранаты, я так понимаю. Третьего у нас пока ничего нету. Так, тут три вроде как никого. Ходим. Опа. Никого. Хоп-хоп. Завалено. Напряжение. Парня порешали. И очень неплохо так порешали, кстати говоря. Хорошая работа, держи глаза в оба. Ух ты, там уже по кому-то огонь. Быстрее сюда, у нас тут ситуация. Я теряю сигнал, вы его слышите, с Лунковским где-то там. Ух ты ж, ни хрена себе. Что происходит? Охереть. Так, у нашего персонажа видение, что ли? Что ситуация, статус не определен. Обе группы молчат, и командиры команды эфира отключены. Помехи не дают возможность провести разведку со спутника. Мониторы отключены. Выжившие члены отряда должны быть собраны и ждать подкрепления. Встретиться с группой Янковского. Встретиться с группой Янковского. Охереть, его просто посмотреть на это дерьмо. Она все с них сняла. Все с костей. Так, не надо вот этих помех. Уже научен. Твою мать, я тебя испугался. Мне просто начали стрельбу, помоги мне. Покойся с миром, парень. Простым пис, как говорится. Тебя убивать надо идти? Тебя надо убивать. А я так спокойно подошел, даже второй меня стрелять не начал. Бегом. Но не так много он мне снес. Какие-то, я не знаю, какие-то... Нет, нереальная перестрелка в плане перестрелки. Хотя сделано очень прикольно. Открывайся. А, ничего, ничего. Всех перемили. Надеюсь, группа Янковского цела. Так, и наверху тогда что? Я по привычке жму В, чтобы побежать, потому что мне надо бежать. Обычно, а не на Shift. Как-то так приучен уже, что я не раз, собственно, говорил. Так, аптечка. Восстановить здоровье. Но я думаю, нам пока сейчас не снесут так много здоровья. Чтобы лечиться, поэтому давайте лучше в следующей серии, чтобы вас уж не отвлекать от игрового процесса, от самого сюжета. Посмотрю между сериями, на какую кнопку завязать лечилку, и в следующей серии уже будем лечиться. Я же правильно понимаю, я тут доски выбил? Нет, а зачем тогда это задворок нужен? Непонятно мне немного. Ну, прицел я бы не сказал, что сильно помогает. Вообще не помогает. Что так, что так. Поэтому будем стрелять от бедра. Если он в пистолете он помогает. А в пистолете тоже не помогает, нифига. Сохранение контрольной точки. Подразделение Хазера не отвечает. Кавалерных Хазема, что ничего не разобрать.
До свидания. Прощайте. Гудбай, как говорится. Точно, я теперь буду говорить гудбай. Что это такое с тебя вывалилось? Нажми кей, чтобы взять РПЛ пулемет. Патроны подобрали. Неплохо. Эти бочки не взрываются? Похоже, нет. Все, всех перебили. Вроде всех. Аптечка. Аптечка, чтобы взять аптечку. Ящики открыть нельзя. Ох ты ж собака. На тебя. Там еще один идет. Или даже двое. Гранат у меня нет, я хотел гранату кинуть, а гранат у меня нет. Какого хера, непробиваемое дерево? На тебе попаху. Попал, да, попал. Сколько патронов? 12, что ли? Да, 12, теперь 42. Так, давайте вернемся, мы там не все зачистили. В смысле, зачислили-то, возможно, все, но не все осмотрели. Так, так. Ну, собственно, это тоже самый выход. Только в более выгодной позиции. Нужно обойти их с тыла. Так, кто стрелял-то? Покажись, Ирод. Вот такой. Да что ж я так мажу-то? Вы смотрите, реализовано даже то, что он может двигаться прихрамывая. Это же много поцелевого, это видели, да? Вот это мне нравится. Закроем. Никого. Что такое впереди светится? Провода. Здравствуй, Daylight. Снова здравствуй. Так, там нигде прохода нету, значит идем сюда. Кто-то прибежал. Мы настигли первого пуха, это 6. Хоть что-то действует, отлично. Как ты так... Как ты еще живой-то? После того, как я в тебя такую очередь выпустил. Так, граната. Это и есть хорошо. Так, ребят, поставил себе все-таки кнопку для использования аптечки. Собака, он приседает. Вот сейчас у меня вообще невыгодная позиция. Вот вообще невыгодная. Да посмотрите, что творит тварь. Ну, хотя я сам виноват в какой-то степени. Так, подождите, а я там саптичку-то подобрал? Давайте сходим посмотрим, а то я не помню. Вот тут вот. Да, подобрал. Значит, у меня, по идее, кончились аптечки, да? И я всего две их подбирал. Получается, что так. Мы по-прежнему продолжаем проходить по складу. Лестница. Где-то я слышал отряд этот Х6. Где я его слышу? Зачем я так сделал? Блин, а как туда пройти-то?
Это взял. Осталось взять только еще. Вот там вот граната и птичка. Кто-то пройти-то. Ладно, не буду вас кучить. Так, уже автоматом подбирает, отлично. Может, какой-то. Я понял, как сюда пройти можно было. Ух ты. Не утруждаться. Прыгаю его, майстику. Как она стреляет-то? Ух ты. Давайте побережем. Это балкон. Как мне внутрь-то пройти? Там что-то красное. Понял. Если увидишь, телефон моргает, то прослушайте запись. У вас на одно новое сообщение. Да, отчет занимался финансами, никто не знает, что происходит, но мы слышали громкие звуки. Парни, что-нибудь слышите? Конец сообщения. Чет, а не чет. Только... Где что открылось? Понял, мы сейчас переберемся на ту сторону. Наверное, лучше подготовиться. Не палей. Идиот! В себя же гранату кинул. Замедленный режим поможет тебе выпасть. Я забыл про замедленный режим, извините, ребят. Как ты еще жив-то, объясни мне. Обошел-то меня. Вторая смерть. Ладно, но мы закончим эту миссию. Закончим на эту серию. Что-то я затормозил так. Да почему ты не попадешь ему в голову? Так, вот там еще один. Нет, это мертвый. Кто-то взорвал грему. Так, вроде разобрались. Но могли что-то оставить там. Поэтому пойдемте сходим. А замедленный режим действительно помогает немного. Правда, я не понимаю, почему не могу попасть ему в голову все равно. Так, надо вылечиться. А я не в курсе, сколько у нас осталось аптечек, к сожалению. Потому что они тут не отображаются. Ну, хоть 96 здоровья, постараемся не потерять. Тем более, что впереди нас ждет еще одна птичка. Да, коробка падает. Это мы помним.
Ну, умираю, умираю. Птичка. Отлично. С учетом вылечимся. Я же нажимал Ctrl. Собака, что это здоровье? Нельзя сходить с оружием. Но weapons. Там наверху кто-то будет, по-моему. Это нормально, то, что он застрял в стене. Такое бывает. Так. Сходим сначала, посмотрим, что там было. Как туда пройти? А, собственно, нам туда и надо, куда я пошел изначально. То есть вот сюда вот. И сначала вот сюда вот за припасами. Раньше-то, по-моему, еще аптечка была. Хотя почему, по-моему, была, естественно. Так, вот там сейчас надо быть осторожнее. Надо вырубать режим. Этот самый. А вот что, даже какие-то гранаты. И включается режим. Оба стреляем, оба не попадаем. Да как же вас сложно убивать, я не понимаю, вы андроиды что ли, или кто вы такие? По-моему, они андроиды. Если так, то это объясняется. Почему так сложно убивать? Еще один умерший рабочий, вернее убитый. Так, пистолет, бронежилет. Вспоминаются времена Counter-Strike. По-моему, здесь можно было что-то использовать, нет? Нет, зачем я померещилась? Разберитесь с ними, да, сэр. С кем разобраться, со мной, что ли? Три аптечки, я понял, где отображаются аптечки. Только что увидел. Так, точно, go. Я все, я понял, я нажимал на Alt, а не на Ctrl, почему он не работал. Этот режим. Собака, смотри, отступает. Я даже увидел, где он подзаряжается, этот режим. Только я теперь не вижу нашего друга. Хотя какой нам друг? Так. Приятель. Ну, где ты там? Что это такое? Складной стол? Похоже на то. Так. Это, видимо, и был наш приятель, да? Все рефлексы могут... Ваши рефлексы помогают в сражении с противником. Нажимайте Ctrl для медленного...
Только расстрелял пулю, ни разу не попал. Зашибись. Собака. Не туда кинул. Надо лечиться. Причем срочно. Черт. Пока не получается. Нет, не получится так сделать, как я хочу. Что-то вроде попал. Собака зачесался нос. Отлично. Так, у меня закончились аптечки. Это не есть хорошо. Надо двигаться. Так, но здесь уже никого нету. Сейчас главное не умереть. Но я сейчас могу чихнуть. Вот почему я замолчал. Так. Патроны, отлично. С тебя патроны. Перезарядим. Перезарядим. Сохранение, контрольная точка, замечательно. Твою мать. Какой хер? Я потратил на него столько патронов, а он не убивает меня. Так, понял, у нас пока бесконечная эта штука. Пока мы что-то не найдем. В него палить уже бесполезно, я так понял. Надо просто за ним следовать. Но, естественно, я буду осматриваться. Здесь кто-то есть, чтобы взять увеличитель здоровья. До 110 увеличить здоровье, отлично. Интересно, он временный или нет? Постоянное увеличение здоровья? Охереть. Я надеюсь, это не отряд Винковского. Очень на это надеюсь. Твою мать. Ты кто такая нахер еще? Бежим. Я же правильно понимаю, надо бежать? Да. Надо было убежать. Интервал 3. Эскалация, прикосновение, ситуация, где было 3, проникновение, прикосновение, ситуация, где было 3, восстановил связь, один солдат Фир был найден живым, другого так и не удалось найти, на территории был замечен сигнал Фетеля, подкрепление свод Ди, уже на подходе, миссия, оставшимся из группы Фир найти, нейтрализировать Фетеля, технический офицер Фир, экспорт, свод Ди продолжает поиски пропавшего сотрудника Фир. Ты можешь нести на себе до 3 видов оружия, если ты поднимаешь 4-й вид, он замедлит тот вид оружия, который ты держишь в руках. Но на этом мы, ребят, с вами первую серию закончим. Надеюсь, вам, так же, как и мне, начинает нравиться эта игра. Хотя вы по-любому уже ее прошли. Но от себя скажу, что мне игра начинает нравиться.
такой своеобразный проект, скажем так. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.